Путешественники будут добираться до Когалыма по обновленной трассе. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Нормативное состояние приведут участок с 19 по 40 километры. По контракту весь комплекс работ завершат осенью 2025 года. Трасса «Подъезд к Когалыму» – это наиболее удобный маршрут, связывающий город с сетью автодорог округа. Сейчас магистраль находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонтная бригада приведет полотно к нормативу, расширит проезжую часть, выровняет и усилит асфальтобетонное покрытие. На дороге укрепят обочины, заменят порядка двух десятков водопропускных труб на новые, установят барьерное ограждение. Кроме того, будут полностью разобраны и возведены заново мостовые переходы на 24 и 28 километрах. Сейчас специалисты готовятся к ремонту трассы, в том числе согласовывают с госавтоинспекцией схему организации дорожного движения на время строительно-монтажных работ.